хочешь увидеть приложение, значит, не переключайся. Доброе утро. Мой первый день на Мальдивах. Пошли, иди, выберем себе завтрак. Там крокодилы живут. Это для папы крокодилы. Для меня это маленькие ящерки. Да, тут такие огромные крокодилы бегают по деревьям. Ага. В прятки играются. На деревьях. Куда мы? Там мостик. Потеряться может? Не, потеряюсь. Не бойся, я с тобой, да? Вот такая она здесь красота и много зелени. Вот такие такси катаются. А какой еще раненый дом? Не знаю, мы потерялись. Ходим тут, ходим. Мы потерялись. Мы потерялись на острове. Давай найдем мостик, он где-то там должен быть. Пойдем по нему. О, такси, такси. Ну, как вам отдыхается? Хорошо. Куда мы сейчас идем? На вот тот идем. Его не видно. Где? Там есть остров где-то. Ага. И оттуда. Там да, остров. Только туда надо утром, да, ходить, потому что ночью прилив, лив. Сеня и все такое. Да. Лив. Нас может унести в океан. Вот так люди ходят. А еще самое страшное. Здесь наверху плавают акулы. Маленькие, они не кусаются. Маленькие. Добрые. Они вообще меня боятся. Вчера я словил малька. И девочку словил, он там прыгал. Акулу малька? Ну, маленького. Маленькую рыбку словил. Они от того, что рыбки спят. Как? Храпят тоже? Нет. Типа дохлые не стоят. Умирает на ночь, да? Утром оживает. Я вчера ночью увидела рыбку, такая лежит. Я сказала, она что, сдохла? Она говорит, нет, она спит. Я думала, она сдохла. Ужас. Так тут крабик, который мы видели, дохлого на ресепшн. Думаю, ага. Тоже спит? Не может. Но акула не спят. Ну, пошли возле воды. Вот такие большие скаты. И одного такого вида. Вот это такой ресторанчик. А? Да, мы тут будем ужинать с мамой. Да? Да. А я? А мы тебя не возьмем. А, там будет. Да, здесь можно заказать себе такой столик и там ужин такой романтический покушать. Ой, красный маленький. А что, опять красный флаг?
Согласна. Сказали, что дрон нельзя запускать. Ага, самое плохое. Ну ничего, я его взял с собой. Сейчас попробуем запустить. Если нас не заметят. Да, мы будем тихонько запускать. Угу. Нам сказали, что на нашем острове нельзя дрон запускать. А мы пойдем на вот тот маленький остров. Да. И там будем запускать дрон. Смотри, крабик. Это такие не быстрые. Ага. А ночью их куча прям. Вот такие там бегают. Как пауки бегают, там тарантулы какие-то. Вчера мы взяли экскурсию, снорклинг называется. Не советую ни капельки, потому что вас отвезут вот там глубоко, и вы ничего не увидите. Лучше не брать ничего, взять на берег и встречать акул, ската, всего. Все. Да, лучше на берегу с маской поплавать, и намного больше рыбок можно увидеть. Это правда. Ну что, мы еще взяли дайвинг, посмотрим, что там будет. Надеюсь, скрещиваем пальцы, чтобы можно было увидеть черепашку. Я хочу встретить черепаху очень. Никогда не видел черепаху. Говорят, что к этому острову можно зайти пешком. Давайте попробуем. Ну, говорят, по воде можно идти. Ну что, иди по воде. Ну, здесь вода по колени, все. Короче, надо идти вот так прямо. Тут мелкие рыбки плавают. Ой, куча, вот. Вот это, кстати, мы вообще там не будем. Вот это там змеи. А здесь мы на берегу идем в открытый океан. Итак, по воде можно дойти до следующих островов маленьких. Но только утром, когда отлив. После обеда тут не пройдешь. Вода прозрачная. Класс. Вот островочек маленький, безлюдный. Так безлюдный, есть какие-то люди, как мы пришли пешком на него. Вода, конечно, прозрачная, вообще класс. Вот это, как говорят, мальдивский песок, какой-то он непонятный. Да, белый, но на Карибах он намного мягче, чем здесь. Какой-то он жесткий. Вот такой остров, почти безлюдный. Ну что, будем искать клад здесь? Нет, ладно. А вдруг? Лопату взял? Вон лежат доски. Бери, будем копать клад. Где он? Не знаю. Ты где думаешь? И найдем вот такой хрестик, там копай. А это кто там такой плавает? Чайка. Чайка? Или летучая мышь? Ты расскажи про собак летучих, как тут здесь. Ага, большие летучие собаки. Не летучие мыши, а летучие собаки. Да, ночью летают на деревьях и гавкают. Этот остров там заканчивается и начинается еще один. А если акулу хочет поймать? Мы на рыбалку еще поедем в субботу, да? Посмотрим, какая тут рыба ловится. Надеюсь, акулу ловит.
Да, обещали нам на рыбалке поймать акулу. Едем на рыбалку на акулу. Но это в следующем видео уже. Следующее видео, там, где мы поедем на рыбалку и поймать настоящую акулу. Да, мальдивскую акулу. Да. Поэтому не пропусти. Сейчас идем. Ходим вокруг острова. И по колени нам. Да, мелко здесь. И вода горячая. Угу. Поплыли дальше. Угу. Я буду спать. Ты меня будешь тащить. Да. Там мы с утра папа. Сталка. В номер. На обед Алекса тащим. Самый лучший курорт. Если поехали на такой курорт или на другое место, то надо только сделать справку, что у тебя нет коронавируса и все. Ну, летай где хочешь. Да, в острове нас спрашивали только справку, показать, что у нас нет коронавируса за последних 48 часов. И заполнить какую-то справку, декларацию о здоровье, что мы здоровы. Все, и можно летать. Так же самое обратно в Испанию надо будет сделать здесь справку, чтобы обратно вернуться в Испанию. А знаешь что? Здесь мы все без маски. Все. Да, здесь нам не обязательно маски. Потому что все сделали справку, что у них нет коронавируса. Так что скоро вернемся в Испанию, оденем обратно наши маски и будем ходить. Ага. Опять будем плакать. Да, опять будем загорать. След лицо на маске. Белым пятном. Да. Классно. Вода, конечно, очень горячая. Пошли в бассейн, там прохладнее. Ага. Нет, тащи пока. В море очень горячая вода. Лучше в бассейне, она холоднее. Так тепленькая, холодненькая? Ага, холодненькая. Тогда я тоже пошел. Привет. Забыл. О, обалденно. На носки.